Металлическая ручка от суббренда Xiaomi. Вот фирма. Так выглядит упаковочка. Есть дата производства. Есть логотип фирмы. Звук довольно приятный. Бывают различные цвета. Клипса металлическая. Про клипсы могу сразу сказать, что когда покупал, некоторые покупатели жалуются на то, что при первом отжатии вот этой клипсы она у них отпадает. У себя я пробовал эту клипсу несколько раз туда-сюда крутил-вертел, и клипса у меня сидит хорошо, то есть она не выпадает. Из этого можно сделать вывод. То, что хоть ручка фирменная, но все-таки фирма не какая-то там Паркер серьезная, где каждую ручку, наверное, проверяют по 3 раза перед тем, как упаковывают. Все-таки брак у этих ручек бывает. И есть небольшой люфтик. Вот если вы видите. Но опять же, этот люфтик абсолютно не мешает. Фиксация при открытии пишущего элемента идет такое четкое и крепкое. Пишет довольно мягко, приятно. Сравниваем с более дешевой ручкой. Пишет точно так же. Хотя стержни разные, но никаких отличий нет. Металлическая часть, внутри видно пластиковые части. Металлическая часть, вставочка идет пластиковая, внутри идет тоже металл. Стержень брендированный. Такие стержни можно приобрести на китайских интернет-площадках. Они стоят, ну, так скажем, адекватных денег. Продаются обычно там по 5, по 6 штук. Но также можно купить в 2 раза дешевле точно такой же стержень. Ну, видимо, аналог от другой фирмы, но который будет писать точно так же. Есть синие, красные, черные. По толщине и по качеству письма эти стержни, вот аналоги, абсолютно ничем не отличаются. И на них нет никакого логотипа. Ну, опять же, и эти стержни, в принципе, тоже стоят недорого. Поэтому стержни для этих ручек будет непроблематично приобрести на запас. Наша упаковочка. А вот родной брат-близнец данной ручки. Если здесь у нас фирма называется вот так, то здесь у нас фирма называется уже вот так. Но по сути это одна и та же ручка. И на мой взгляд она выпускается на одном и том же заводе. Что про эту фирму нам говорят, что это суббренд фирмы Xiaomi. Что про эту фирму нам говорят, что это суббренд Xiaomi. Ну и это 100%, на мой взгляд, сделано все-таки на одном и том же заводе. Потому что все детали у них абсолютно идентичны. Стержни абсолютно идентичны. Просто идет свое брендирование. Но даже взять по упаковочкам. Упаковочки различных цветов, но оформлены в едином стиле. Абсолютно идентично. Не знаю, для чего это сделано. И у них есть небольшие отличия в цене. Даже у один и тот же продавец, допустим, на Алиэкспрессе, продает их немножко по разной цене. Там абсолютно небольшие суммы. Если эти ручки там можно купить за 200 рублей, то там плюс-минус 20-30 рублей туда или сюда эти ручки все-таки отличаются по цене. Но по качеству они абсолютно одинаковые и бывают различных цветов. Здесь такой цвет, и можно приобрести точно такого же цвета вот эту ручку. Единственное внешнее отличие будут на этой фирме у нас есть вот такой логотип. На этой ручке этого логотипа здесь у нас не будет. А так абсолютно ручки идентичны, у них абсолютно даже детали взаимозаменяемые. К покупке ручку рекомендую. Стоит недорого, выглядит довольно интересно и приятно пишет.